В Шымкенте прошел межрегиональный инвестиционный форум. В нем приняли участие руководители госорганов, национальных компаний, финансовых институтов, а также отечественные и иностранные инвесторы из 10 стран мира. Им рассказали о потенциале мегаполиса. В городе построят новые индустриальные зоны с развитой инфраструктурой. И в ближайшие 5 лет планируют привлечь в Шымкент 6 триллионов тенге инвестиций. В городе функционируют 5 индустриальных зон площадью 850 гектаров. Они заполнены на 90%. Еще дополнительно откроем столько же. Полностью обеспечим инфраструктурой. Приглашаем предпринимателей для сотрудничества. В мегаполисе делают упор на создание новых промышленных площадок. Сейчас реализуется около 350 проектов с участием иностранных инвесторов, а также отечественных. А новые инвесторы планируют построить в Шымкенте завод по выпуску Кока-Колы и индийскую медицинскую клинику. Российский инвестор планирует открыть фабрику по выпуску нетканного материала. Основная часть проекта интересна тем, что мы обеспечим дополнительные рабочие места. Порядка 120, даже более, по-моему, рабочих. Хорошо знаем казахский рынок, хорошо знаем казахских партнеров, поэтому это не спонтанное желание построить предприятие. Мы понимаем, что есть спрос. В рамках форума состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве с иностранными и местными компаниями. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».